как получать в школе одни пятерки. Сейчас я вам расскажу. И он, этот случай работает в 99% случаев. Если он у вас не сработает, то бегите за лотерейным билетом. Утверждаю. И вот. Да, тут даже есть очевидцы. В кадре тебя можно показать? Вот, очевидец. О, у него этот случай не сработал. Он побежал за лотерейным билетом и выиграл целую квартиру. Так, ну что ж, продолжаем. Нужно сначала отрезать прядь своих волос, желательно очень большую. Потом все это положить в тазик, выколоть немного крови, покапать в этот тазик. Дальше взять свой зуб. Если он у вас выпал, хорошо, кладите его туда. Если нет, то выбейте. Или можно собачий. Ну, нет, собачий, он вообще не работает. А теперь понятно, почему у меня не получилось. Собачий не работает. Ну так вот, все это нужно размешать в муку, полить на глаза и садиться делать уроки. Можно просто накалякать, потом это превращается, учитель вместо калеки видит превосходный ответ и ставит вам 5. И каждый вечер так капайте, хотя бы по одной капельке на глаза, и будете всегда получать 5. Если нет, бегите за лотерейным билетом. И хороший почерк. Да, там будет превосходный почерк, что учитель сначала даже не поверит, что это вы. Этот случай работает не только с домашкой, но и с заполнением этих документов всяких, дневников и так далее. Ну что ж, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Сайонара!